В Саратове наградили кавалеров ордена «Ладошки». Этот почетный знак детского признания был учрежден общественниками в 2012 году. Его обладателями могут стать взрослые люди различных профессий, которые проявили любовь, милосердие, чуткость и внимание к детям. На протяжении года среди жителей области организационным советом выбираются кандидатуры на звание кавалера этого ордена. Окончательное решение принимают сами дети путем голосования за понравившегося человека. Выбор победителей ведется в 6 номинациях – подвиг, медицина, поступок, культура, спорт и социальная работа. По словам одного из кавалеров ордена «Ладошки», главное в работе с детьми – желание научить и воспитать в них любовь к окружающему миру. Я всегда говорю ребятам, я вам сею добро, и когда это урожай я получу? Вот сейчас я получил достаточно урожай от своих семян доброты.